завершает нашу информационную программу «Новости спорта». Смотрите репортаж с соревнований по баскетболу среди мужских команд в зачет спартакиады физкультурно-спортивных клубов по месту жительства Славянского района. Поклонники «Оранжевого мяча» и Славянского городского, а также сельских поселений муниципалитета приехали в спорткомплекс «Триумф», чтобы всерьез побороться за лидерство на соревнованиях по баскетболу среди мужских команд в зачет спартакиады физкультурно-спортивных клубов по месту жительства под девизом «Живым и павшим посвящается». Для баскетболистов эти соревнования предоставили отличную возможность проявить себя с лучшей стороны, оценить достигнутый на сегодня уровень и получить самые положительные эмоции. С игрой в команде все слажено, мы тренируемся регулярно, взаимодействуя, отрабатываем различные. Ну, физическая подготовка, конечно, тоже важна. Спорт, усиленные тренировки на ноги, на руки. Конечно, спартакиада Славянского района для нас очень важна, потому что мы представляем муниципалитет, так сказать, района, город. И первую, конечно, группу играли обидно, но это спорт. Анастасиевцы давно уже дружат с этим прекрасным видом спорта. И настроены они были по-боевому. Мы очень любим баскетбол, мы и тренировались ради того, чтобы приехать сюда и выиграть. Мы отрабатывали и командные действия, чтобы показать в более высоких лигах. У нас в команде есть взаимопонимание, мы отрабатываем и комбинации, у каждого есть свое действие, и каждый выполняет свою работу. Уже с первой игры анастасиевские баскетболисты постарались выступать ровно, чтобы добиться максимального результата. И петровчане приехали на турнир с надеждой на удачное выступление. Напор, чтобы был. Рано физическая подготовка, выносливость, остальное все придет. Самое главное – это победа. Мы будем стараться. Спортсмены из команды «Урожай» прибрежного сельского поселения уже начиная с первой игры были нацелены только на победу. Для этого они делали все. Удачно играли в защите и пытались как можно больше атак сделать результативными. Команда у нас сыгранная, потому что два раза в неделю тренируются вот в этом зале прекрасном, в «Триумфе». Ребята, несмотря на работу, приходят. У нас есть и возрастные ребята, как вы заметили, и молодежь. Ну, как бы стараемся все это, чтобы был в команде сплав опыта и молодости. И вот поэтому такой результат. Вы сами видели по игре, сами заметили, что сыгранность, комбинации идут. Игры были напряженными. По итогам соревнований победила команда прибрежного сельского поселения. На втором месте баскетболисты Маевского поселения. На третьем анастасиевцы. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События».